Кстати, по мнению администрации президента, законопроект, ужесточающий ответственность водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде, нуждается в доработке. И самое важное здесь законодательно установить, что такое опьянение. Помимо введения определения, кого считать нетрезвым, в документе рекомендуется предусмотреть одинаковую ответственность не только для пьяных водителей, но и для тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования. Однако на это существует другой законопроект. В нем предлагается внести четкое определение, что пьяным можно считать того, у кого в крови более 0,2 промилле или в выдохе более 0,1 миллиграмма алкоголя. Так что если закон будет принят, у водителей появится повод выпить. Правда, разве что стаканчик кефира.